Привет, ребята, у нас утро среды, день закупок, поэтому мы сейчас быстренько бежим. У нас сегодня очень-очень много дел, которые нужно за сегодня успеть сделать, поэтому сегодня будет все очень быстро. Мы приехали на наш старый район, гуляем, так непривычно, да, здесь? Это здесь пожарная, мальчики просто здесь стригутся, а мы с Соней забежали. Пока их ждем, забежали в Долораму. Сейчас, не знаю, наверное, зайдем к ним, посидим их, подождем. Посмотрите на этого красавчика. Ну, боком повернись. Ну, вообще красивый такой. Классно. Просто я не могу налюбоваться. Ну, такой красавчик вообще. Все, сказал, волосы больше отращивать не будет, не хочет, надоело. Будет делать такую, да, стрижку? Да. Крутой, ну, крутой. Сейчас мы еще папу ждем нашего. И выдвигаемся. У нас сегодня и костка, и китайский. И мне же все нужно найти на мисо-суп. В общем, сегодня очень-очень-очень много магазинов, которые нужно объявить. Это все желательно сделать достаточно быстро, так как у нас сегодня после покупки магазинов это же все нужно дома еще и разложить, и потом мы еще хотим поехать с Женей погулять. Вечером у нас очень важный гость, поэтому нужно приготовить. В общем, все не просто, я не знаю, этот день закончится, наверное, только завтра утром. Вот, поэтому суета суетная, а мы уже так много потеряли времени здесь, так как мы сюда именно ехали, в этот старый район, ой, ну, предыдущий наш район. Мы пока сюда доехали, в пробках простояли, а сейчас нам ехать еще в центр, так как нам нужен европейский магазин. Ну, в общем, будем кататься. Будем очень надеяться, что пробки дальше будут не настолько сильные, как были, когда мы ехали сюда. Нам не надо, нам надо. Окей, беги. Что мне нужно? Мне нужны были оливки. Оливки с анчоусами нету, нету, с сыром есть. Давайте хотя бы с сыром. Ой, а еще мне самое главное. Ой, сейчас вбилялась. Мне нужно найти шейки. Потому что теперь это. Потому что есть они только в этом магазине иногда. Поэтому нужно поискать. Но, по-моему, нету. Не вижу я. Здесь только сердечки. За рыбка, я не знаю. Опять, кстати, неплохая цена на целого лосося. Конечно, в два раза дороже, чем тогда было, но это все равно очень недорого. Но я такой не буду брать. Мне он свежий не очень нравится. Мне нужны стейки, либо вот такое. Вот, я не знаю, что не могу сказать, что мне оно очень нравится. Наверное, в китайском посмотрим. Ой, дорада, вот хорошая тоже цена. Красивая, такая свежая. Так, что нам? Нам сегодня на вечер нужны какие-то морепродукты. Или мидии, осьминога, что-то я не знаю, что, да. Ой, а какой соус такой прям, я такая голодная, что мне сейчас любой соус кажется вкусным и аппетитным. Давай здесь посмотрим пасту на мисо-суп, а вдруг, а вот, Женя, смотри, пасты на мисо-суп есть, вот здесь прям. Долго искать не пришлось. Но это все темное, мне белое нужно. Вот это белое, да? White. Из бобов. White, правильно, белое? Да. Ну давай тут возьмем. Или в китайском. Да давай. Давай уже пока нашли, давай тут. Так, вот это вот. Не это. Мне тоже очень холодно. Холодно, да? Бекона купить, да, вот этот соус барбекю.
А что, они цельные? А как я его буду использовать? Не знаю, как-то они, видишь, какие-то... Нет, давай в китайском, я их видела другие. Этими, видишь, такими лепесточками? Порванные такие, да. Уверен? Давай в китайском посмотрим. Там по-любому и такие есть, я такие видела. И чтоб они были... Может быть, там больше выбор. Папа, какой мы паштет берем? Что я Пейпер. Не вижу. Пейпером я не вижу. Нету, да? А это классический, да, наверное? Или нет? Он, вставил, он какой-то с жиром. Так он с жиром. Давай. Ну, я думаю, да? Ну, давай. А вот это вот, что это? Подожди, за паштет тоже так неплохо выглядит, да? С чесноком. Это с чесноком? Чесноком не хочу. Ладно, давай вот это, да? Сливы, давайте сливы поищем. Ну, у меня есть авокадо дома. Не, ну пока не надо. Сливы бы найти бы, да, вкусные какие-то. Есть крупные сливы? Или мелкие? Я думаю, в китайском еще будет. Я круглые хочу. Эти не всегда сладкие. Вот эти могут быть вкусные, наверное. Не знаю. Это желтые киви. Так, ну все здесь. Ой, есть римский салат хороший. Свеженький. Грибы, давайте вот такие купим. Вот такие я покушаю. Они невкусные крупные, значит, на очереди китайские еще. Рыба, мясо и остатки на мисо-суп, что мне там надо. А и сливы, наверное, здесь посмотреть. И маракую Соня она хотела. Так, а вы берете тележку? Это не берут? А? Ну да, ну и же много разных. Это что, слива? Или нет? Да, слива. Светленькие вот эти неплохие такие. Мне кажется, он тут где-то. Авокадо есть. А мангустина нету. Бананы не надо, да? Нет, бананы еще никто не хочет их есть. Вот там, с той стороны. Слива? Нет. Вон, Сонь, с той стороны надо, да, смотреть. Нету тут? О. Нету, да? Семифрут. Вот семифрут нету, нет. Я думала, в китайском будет. У меня были на него надежды. Так, я хочу еще взять ростки... Ростки чеснока хочу еще взять. Вот эти? Вот это оно? Да. Это точно ростки чеснока? Да. А зачем что с ними делать? Тушить с мясом. Ну, как, короче, всякую китайскую еду делать. Типа они очень вкусные. Так, а я взяла. А, или мы два берем? Два за два, да. Там два за $2. Ну, давай. Ты тоже не пахнешь? Так. Мне нужна еще пекинская капуста. Давай. Вот она здесь как раз небольшая. Можно вот эту вот взять. Можно взять. И кальян. Нет, это наш уже в этом. А. Да острый перец. Так, что тут за зелень? Это мы возьмем семифрут, все. Что это? Это молодая пекинская капуста или что? Нет, это римский салат. А эти... Надо просто жить, мне кажется, в китайском магазине. Так. Так. О, тофу. Мне нужно мягкий тофу найти. Папа, ну иди. Будешь помогать искать. Нужно мягкий. Вот. Это мягкий? Это по ощущениям или по ощущению? Смут, да. Ой, там вытекает что-то. А это что такое? Отсюда вытекает.
Да, да, смут. Мягкий, да? Все, вот этот мне надо, значит. Он этот самый, медиум. Нет, мне вот... Блин, налил себе, блин, что-то чупа-чупс. Освещать... В рыцаре? Да, давай. Здесь разные... Разные... В общем, мне нужно все. Мне нужно все. Я не могу отсюда выходить просто так. Я очень хочу сегодня найти Хуго. Мы приехали немножко в другой китайский. Я очень надеюсь, что он здесь есть. Все, я человек, который белый кимчи. Но у нас еще есть красный. У меня, кстати, Лера вчера делала мисо-суп. И в мисо-суп добавила кимчи. Прям очень вкусно вообще прям получилось. Да? Он вредный очень, очень вредный. Да, вообще. А вот мисо-паста, смотри, какая. Прям черная. Ну, да. Что Нори? Нори, да, сейчас все выбираем. Да. Пришли посмотреть хот-пот. Ну, так, конечно, быстро прикинула глазом, по-моему, нету. К сожалению. А ехать уже, конечно, в тот китайский, где мы были на той неделе, ради кастрюли мы вряд ли будем. Не знаю, посмотрим, конечно. Жесть, это прям больше так мало. Нога, такие большие. Блин, нету, да? Нету. Хоть пота. Не вижу я. Не рыпать? Не рыпать. А что здесь за рыба? Ничего такого нет. Вообще. Ну вот, без стейки. Ясно, а что это за новый уровень? Угасли? Червячки какие-то. Да? Личинки, да. Будешь? Нет. Нет. Я думаю, Соня предложит, может, будет. Соня, личинки будешь? Нет, не хочешь? Нет. Странно, я думала, ты не откажешься. Все, креветочки, да? Еще в этом зайдем. Мыло. Да. Спасибо. На звонок поставлю. Я тебе поставлю на звонок. После ринопластики. Сказала своя истинное лицо. Женя, получишь. Тебе там больше идет. Нет, она маленькая для тебя. Все, мы уже приехали в Коско, наконец-то поедим, потому что мы очень голодные. Пока не тронулся, пока день не поеду, понял? Слушай, вот это еду показывать, когда ты безумно голодный. Рыбка какая. Ой. Еда. Качество, да? Все, пошлите скупляться. И за едой. И вот это берем. Ай, ну здесь такой состав суши вообще ни о чем. Так, ладно, вот мне надо сыр посмотреть. Нету, да, такого? Сладкий, хороший. Так, ей овсяное или... Соевая. Я знаю, кем я умру. Может, так качаться там? Клади сыр. Да. Если сколько? Сережка подключаешь. Наконец-то. А то я думала, нет оригинала. Взяла лайт. Коленька, зайка, отойдите, вы мешаете. Я нашла оригинал. Рони, боже, мы такие голодные, мы наконец-то добрались до еды. Ой, мы, конечно, просто ходили по магазину, я говорю, давайте уже быстрее. Потому что, думаю, мой голод... Ой-ой-ой, я тут тебе немножко насвинячила. Да? Давай. Пакет, папа. Возьми много сразу.
А это что, мам? Вот это? Это я не знаю. Давайте возьмем. Я не знаю, у нас за неделю все. Ну так муж на неделю покупаем. Ну давайте на месяц. Они пропадут, зайчик, на месяц. Ну тогда давай дня две. А за две тоже пропадут? Ну тоже. Вот каждую неделю. У меня так девочка там посмотрела. Это лед? Да, я просто с камерой сижу. Им люди доверяют, как бы, охотно подписываются. А что мы купим? Смотрите, пока покажу, какой авокадо. Иди сюда. О-о-о! Вот это авокадо! Такое, да? Огромное. Оно тяжело? Я, честно, такого еще не видела. О, капец! Знаешь, что похоже? Это манго. Это просто манго зеленое. Идем. По полям, по полям. С первого раза, мам. Давайте виноград, да, наверное? Да. Маленький? Давайте маленький, да, возьмем. Он очень маленький, да, мам? Да, очень маленький. Давайте пакетик. Соня? Да, да. Пакетик. Пакетик. Пакетик, давай. Ну его тут очень много. Прикольно, что вот так поставили, типа, да, показывают. Так, мы уже с Соней рассматриваем мясо, которое нам нужно будет для наших хуго. Правильно. Хот-пот или хуго, и то правильно. Да, это бульон хот-пот. Давай сейчас почитаем, может мы его сразу же и возьмем. Ну да, он. Хот-пот, да. Но это острый прям такой. Ну берем, да? Возьмем ли мы сейчас суп, непонятно. Ой, кастрюлю для супа. Но бульон мы уже взяли. Ложи туда. Окей. Мы уже дома. Сейчас быстро сниму обзор всего, что мы купили. Потому что времени, честно, надолго растягивать нету совсем. Очень много еще дел. Морковка, нори. Это дети сейчас, наверное, себе будут суши делать. Лосось, ребра. Фарш, завтра буду делать котлеты, эти дети попросили, с солеными огурцами, с пюрешечкой. Мясо тоже на кости, это все мы брали в китайском. В Коско мы взяли огурцы, соевое молоко, икра, которую я использую в боулы и в этот, и суши, вот, потому что мы уже эту пачку использовали. Сыр тоже в Коско брали. Это в овощном базилик. Не знаю, куда я его еще использую. Лаймы, имбирь,
Филадельфии две большие пачки, это тоже в Коско брали. Очень, кстати, выгодно брать это все в Коско. Пекинская капуста, зеленый лук, цветная капуста, виноградик, огурчики такие себе, конечно, не очень такие прям, уже полувялые. Перец, это я завтра все буду делать, все китайские блюда, которые я там себе уже придумала. Лук, мандарины, киви, ростки бобов, хлеб, фуэт, креветки, это я сегодня вечером буду делать. Водоросли на мисо-суп, ну не то, что это на мисо-суп, это на любой суп, как бы можно эти водоросли добавлять. Ну, это же те водоросли, которые, в общем, в этом супе. Они в горячей воде, их нужно замочить на 4-6 минут. И вот с такой маленькой водорослюшки станет, знаете, такой большой лопух. Ростки чеснока тоже завтра буду готовить с мясом. Капуста, помидоры черри, мягкий тофу, это для мисо-супа, кабанасы. Мы уже по дороге съели одну пачку. Паштет, соевая паста для мисо-супа, терияки. Что здесь еще? Как они называются, господи? Оливки, зубочистки и средства для полости рта. А самое главное, что я купила? Я купила кастрюлю для хот-пота. Мы с Соней просто обожаем это все, постоянно смотрим. И на следующей неделе я еще найду плиточку. И потом я сниму все, как это готовится. Мы будем готовить. Я прям сниму отдельный выпуск, что и как. Мы от этого просто тащимся. Вот. Это бульон для этого хот-пота. Вот. Еще другой я потом белый возьму. Этот раз просто я только этот нашла. Я еще точно изучу, какой должен быть белый. И потом возьму белый и все ингредиенты, которые там должны быть. В общем, я надеюсь, что через недельку я вам сниму, как это готовить. Может, кому понравится, и вы тоже возьмете как идею для своей семьи прекрасного времяпровождения. Вот эта вот кастрюля, она ставится посреди стола, и ну вот все вместе готовят, и сразу же это кушают с этой вот кастрюльки. Это такой супчик варится, и в нем там прям варятся разные ингредиенты. Так, я сейчас ставлю варить креветки, так как у нас скоро гости. А это все раскладываем. Сегодня больше ничего не готовлю, честно, сил нет уже никаких. Очень устали, уже 7:30 вечера, мы выехали утром. Представьте, больше 8 часов мы были в дороге. Вот сейчас это еще тоже час займет все это разложить. И буду... Ну, у меня сегодня такая легкая готовка, там сыр, прошу, там колбаска и креветочки. Все очень по-быстрому. Все, на сегодня буду я с этим всем заканчивать. Они в посудомойке. Мой юный блогер, смотрите, снимала, готовила суши и снимала на YouTube рецепт. Молодец какая. Все, ребенок тоже заинтересовался YouTube. А с чем ты делала? С авокадо, с Филадельфией и с лососем? Авокадо, Филадельфия, лосось и икра. Молодец. Потом разрежешь, покажешь нам, что у тебя получилось, окей? Я его чуть-чуть в холодильник положу. Да, в холодильничек положу. Ты умничка какая. Спасибо. Давай показывай свою красоту. Боже мой. Боже, это ж надо. 12 лет.